Москве есть все. Алмазы и кирпич. Москвич звучит внушительно, как орден. Дать москвичу в провинции по морде вдвойне приятно. Все-таки москвич. Евреев бьют с азартным оптимизмом. Татар не очень. Кровь берет свое. И на балконах сушится белье, пеленки интернационализма. Быт вносит мир в бродящие умы, испепеляя зависть, страх и злобу. В быту враги и те друзья до гроба, что держат нить, ведущую из тьмы. Если жестко мочить несогласных столицы и Мухосранска, Пиздюйска и прочие провинции, эффективно снижая число протестующих, недовольно смотрящих в ТВ и тоскующих о великом вожде, воскресили бы Сталина, все народы планеты копать бы у Сталина. Никаких тебе трейдеров и аутсайдеров, никаких тебе педиков и гастарбайтеров. Все бы на свете крестилось обкомовским веником и свободно решилось кивком неврастенника. И землистая твердь напиталась бы Волгою, чтоб счастливая смерть стала долгою, долгою. Thank you.